Я пока там весь видео занимаюсь, а ребята на рыбалке были. За сеточку, если не шахать. Ага. А эти уже. Их помашать. Вон. Ну какие. Красноперочки. Ну какие. Хорошие. Ой, засолить, засушить. Ну соли, суши. Да? Суши. Зашушим, Лешек? Ну засуши. Зимой поешь. Или жареную будете кушать, или уху сварим. Она горькая жареная. Она горькая. Одевайтесь, уже прохладно. Это уже не карась. Ну ладно, мы тебя оставим завтра и сделаем. Да. А подожди, надо вылить тогда. И вот холодильник положи. Заставь в воде пускать. Не надо, она заливная будет, тогда ничего не сделаем. А что ее в мороз будет? Что ее в мороз? Какая она заливная будет? Холодильник. А зачем в воде? Там. Ну положи в холодильник. О, какая рыба. Вот, и он это. Надо сейчас мисочку и это, холодильник. Ой, красотульки. А то плотвичка? Нет, красноперка. Все. Там. И тут уже вот все, это все. Вот. Такая длинненькая, да? Красноперка. Угу. Это хорошая, да? Да, вообще. Да. Класс. Молодцы. Рыбалины. Они зря подкормили. Да. Не вставай тут. У нас вечер. Добрый вечер всем, ребята. Всем добрый вечер. Я вынесла свои. Это. Ой, это Надюшка мне передала. То ли помело, то ли не знаю что. Какие-то цитрусовые она посадила. Вот они у меня так вот растут. Надо подсыпать им землицы. У нас закат такой вот, тучки там. На завтра обещают небольшой дождь. Лиска комаров ловит. Вот. Яблоньки такие. У меня здесь фокс расцветает. Вот эти вот. Красиво. Ой, а там какой у меня куст. Сейчас покажу, какой куст расцвел. Что-то ребята здесь скосили, а про эту сторону забыли. Чего? Постричь? Да. А я не стал здесь. Почему? Не знаю. Не знаю? А? Здесь же флоксы мои. Ой, флоксы. Думаю про флокс. Вон какой боярышник. Красивый. Вот. Расцвел красавчик какой. Прям шар такой голубой. О, какой красивый. Там он еще что-то за цветочки у меня. Здесь, это китайская гвоздика, по-моему. Она двулетняя. В прошлом году я сеяла. Вот в этом году она такая вот красивая будет. Ну ладно, ладно, идем на рыбалку. Тюльпанчик расцвел мой красивый. Ах ты ж красотун какой. А это желтенький. Так, ладно, все, погнали на рыбалку. Лизонька, пойдем. Пойдем, девочка. Давай, 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 пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем. Где наши рыбаки? Собираются на вечернюю рыбалку. Так, надо закрыть уже тепличку мою. Моя тепличка накидала сюда вот на дорожку травки. Она высохнет, утопчется и будет такая вот чистая дорожка, как бы. Полоть уже надо. Посмотрю, может завтра, может когда. Трава он сплошную лезет. О, нормально, да?
Что-что, а трава прет. Все, закрываю. Так, и с той стороны надо закрыть. Клубника цветет. Все, закрыли. Сюда не заглядывала еще. Там уже, может, зашли огурцы. Ну, чеснок, ребята, у меня. Гляньте. Гляньте какой. Ух. Желтенькие кончики это примерзли. Когда он только вылез, еще мороз был. Вот. Вот такой чеснок без хлопот. Я уже рассказывала, как я его выращиваю. Рябина расцветает там. У калитки. Вон. Завтра будет дождь. Забыл турист. Ну, я закрою. Завтра будет дождь, если нету росы. И... точно будет? Да. Марина. Небольшой будет. Небольшой? Да. Ну, болтал. Хотел ее разбить. Опа! Он подходящий или нет? Росы нет, сухо, да. Значит, завтра будет дождь. Ой, надо косить эту, Лёшик, обкосить. Смородину. Ну, завтра как встанем, как пойдем. Как встанем, да. Может быть. Когда-нибудь. О, а тут комарики. Так, что тут наша вербочка? Ой, ну одна вон листочек зелененький. Вот она. Может, пойдет, может, вырастет. Ой, тут комары, тут надо ховаться. Надо капюшончик надевать. Рыбаки. Пришли на рыбалку всей семьей. Да, Лизонька? И ты на рыбалку? Давай, давай, лягушка, давай, подгоняй. Надо было тут еще. Подгоняй. Срезать. Так, ладно. Раньше такие, тоже такие. Смотри, а то сейчас как вспыхнет от сигареты. Что она там заспит? Там уже луна. Давай. Давай, подержи. Что она застревала? Ну-ка, потяни. Последний раз мы это фидеры закинули.
немножко штормило, знаешь, так, и удочки у нас фидеры туда-сюда, туда-сюда. Ну, видно, что-то клевало. Комары шныряют. И представляешь, горбыля поймали на 800 грамм, а на второй крючок ёрш, это грамм на 200 такой, засадился. Блин. Ух ты. Я таких не видел. Это в Черном море? Ну, скорпион. Нет, я маленьких видел. Я же здесь ерша поймал. Тут ёрш вот такой в море бывает, вот такой, лёг. Почти под килограмм. Это морской? Да. Скорпион. И что? И все? И все. А что ты разместался? Эти что, тонну посадил? Вообще на одного вылавливать. Жидово. Это я тебе так по блату два. Два насадил. Ну? Так, брысь оттуда. Варя. Глубина нормальная? Угу. Да? Да. Так не забрасывает. Повезло. Ой, нет. Серег, ты лучше забрасывай это от себя. Вот так? Да. На скидку не пойдет. Тут же это. Верба. Вон. Ива. Сейчас, подожди, подожди. Подожди. Вон туда забросил. Да? Вот куда я забросил, то туда забросил. Нас тут прибор. Она подойдет. Она уже не подойдет. Что-то птицы молчат. Здесь, наверное, одно грузило, Серега. Большое, и все. А с этими маленькими сейчас не надо. Будет не лечить. Надо нас лечить. Где у тебя глубина, я не понял. Вот. Это большая глубина. А чего жало торчит-то? Пускай все торчит. Раз. Он специально вот мне все делает. Давай, давай. Давай, давай. Пока корм не растащил. Сейчас растащит и все, и закончится. Вот, нет. Ну ладно, здесь уже. Вот, пошла. Сразу, сходу. Нет? Да. Только забрасывай постоянно. Вон, видишь? Все. Вытаскивай и забрасывай. Где он? Не видно его. Да, только так. Такой поплавок, не видно его. Только так. Уже трава. Трава, мы будем поменьше. Так. Это уже сидеть, сидеть, блин. Какой, да. Че, глубинку поменьше. Забрасывай вот так, забрасывай. Вот так ее. Ой, ты идёт. Начинается. Так, всё. Я делаю, я сделаю стопор и всё, у меня. Сидят, ждут. На стрёме. А почему надо вытаскивать забрать? Она и вверх старается, сверху тоже. Лис, лес. Тихо, тихо, не ходи. Надо еще одну доску забить, Лешек. Надо мосточек делать. Надо мосточек делать. Да. Вот так вот. Когда она клюет, она забрасывается, она светит, вот и ведет. Пахнет чем-то, чем пахнет? Черемуха уже отцвела. Яблони там он. А, вон там яблони.
Сколько ты? Вон она. Ты смотри, уже трава пошла, ну. Это Варькина рыбка. Иди, Димка, отсюда. Ты ел сегодня. И Митя ел, и Димка ел. Варьке не досталось. Вот она, вот она, да. Подсадить? Нету пока. Что, тебе пока нету? Какой-то опарик рыбки. Сон. А, рыбки ничего. Хочет. Нету. Иди. У Варьки попроси. Ага. У Варьки попроси. Нет, девушка. А тут что-то лазит. Ботаник. Нюхает что-то там в траве. Нет. Опа! Чего? Увидел. Ага. Варька рыбку ест, а ему не дали, а ему не попало. Как же так, а? Нахаленок. О, пошла жара. Варьке еще дай, Варьке. Пошел ты, Дима. Пошел ты вон, ел. Поймай. Не, ушла. Ушла. Банзу все. На помощь пришла. Не, не поймала. Ушла, повезло рыбке. Варя. Ладно, сейчас еще будет. Вот она. Разнюхали морковку. Давай-ка, я ей сама дам. Угу. На, Варюшка, на. Так, пошли бегать. Лови-лови. Вот так, умница. Вот так. Ну все, теперь можно давать всем. Всем по очереди. Ну, я обычно 3 поймаю, потом раздаю. А так один постоянно все хавает. Чего, Митяй? Рыбки захотела? А вот какая улитка. Она живая, она только что спряталась. И вот еще одна. Маленькая. Такая вот. А, и вот, их здесь много. Оставь, вот тоже. Ай, спряталась. Что-то там, мелочевка одна. О, эту кидай, кто успеет схватить. На драчку собачку. Прям Димке под нос. Это момент. На 3 укуса. Хрясь-хрясь и все. И все. И рыбы нету. Это не Варя. Ну что, в кустах пускается тоник. Блин, такие отборные, крупные комары. Смотри. Ага.
здесь, что мы живем.